На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток» отражены атаки противника, наступавшего силами до двух взводов в районе между Макаровкой и Равнопольем. В ходе контрбатарейной борьбы огнем артиллерии уничтожены минометный расчет в районе Павловки, пикап с боевиками в районе Новодонецкого, буксируемая гаубица в районе Новоселки и гаубица МСТБ в районе Времевки. Силами штурмовой и армейской авиации поражены скопления боевиков в районах Макаровки, Урожайного, Новодонецкого. На запорожском направлении подразделениями группировки «Восток» при поддержке армейской штурмовой авиации нанесено огневое поражение по противнику, пытавшемуся продвинуться в районах Новоданиловки и Малой Токмачки. Уничтожены танки, БТР, БМП, автомобильная техника и живая сила националистов. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица в районе Привольного, гаубица МСТБ в районе Бурлацкого, два минометных расчета в районе Загорного. Средствами противовоздушной обороны сбиты три беспилотных летательных аппарата «Фурия». Военнослужащие группировки войск «Восток» проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач. Наводчик-оператор танка, танкового взвода группировки сержант Евгений Малков выполнял задачу по поддержке наступления наших подразделений на позиции ВСУ на одном из участков южно-донецкого направления. Применяя боевой опыт, экипаж танка сержанта Евгения Малкова успешно поразил огневые точки опорного пункта противника, обеспечив захват позиций националистов нашими штурмовыми подразделениями. После успешного выполнения боевой задачи сержант Евгений Малков профессионально оказал доврачебную медицинскую помощь троим военнослужащим мотострелкового батальона, получивших ранения в ходе наступательных действий, и оперативно эвакуировал их на танке в район сбора раненых. Благодаря мужеству и профессионализму сержанта Евгения Малкова боевая задача была выполнена и сохранены жизни военнослужащих.